Пап-пап. А почему у тебя все время на увеличение работает? Ну, чем? Не знаю. Он такой большой становится. Когда нам пить? Когда нам скажем? Сейчас мы скажем. Да? Ладно. Не стесняйся, Лёха. Не надо, Лёха. Ну, так а все, у меня все включено. Владик, я сейчас к вам присоединюсь, но сейчас подожди, ну, пускай они начнут говорить. И давай, иди туда, специально. Я держу. Иди к ним. Вот тут тоже, Владик. Сань, садись во главу стола. Сова. Да что ты уж как? Вы же прям так при бутылки-то уберите, поздравляем. Хрен уберите, хрен. Хрен должен стоять. Мась, кучнее. Ку-ку, всем привет. Ты между, да, вот. А я вообще вот так шикарно смотрю. Не-не-не, вот так. Сань, тут сюда садись. Куда? Вот сюда вот. С Лёхой рядом. Я рядом, я вот здесь. Чёрный вот. Черный вор, что ж ты бьешься надо мной? Ты добычи не добьешься. Да это мы так шутим, надо поставить. Давайте, все. Специально для подписчиков Александра Шпака в Перископе. Это русская народная песня за русским народным столом. Исполняет хор и поселка Шпаткинского. Поселка Роза. Как у вас назывался? Рябинушка. 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 Я в Рябинушку. Просто немножко изменились. Ну что, парень, понесешься? Да, давай. Вместо бабушек дедушки. Старый клен, старый клен, старый клен стучит в окно. Приглашает нас с друзьями на прогулку. Отчего, отчего, отчего мне так светло? От того, что ты идешь по переулку. Отчего, отчего, отчего мне так светло от того, что ты идешь по переулку? Снегопад, снегопад, снегопад давно прошел, словно в гости к нам опять весна вернулась. Отчего? Отчего, отчего так хорошо? От того, что ты мне просто улыбнулась. Отчего, отчего, отчего так хорошо? От того, что ты мне просто улыбнулась. Посмотри, посмотри, посмотри на небосвод, как сияет он безоблачно и чисто. Отчего, отчего, отчего гармонь поет? От того, что кто-то любит гармонию. Отчего, отчего, отчего гармонь, отчего гармонь поет? От того, что кто-то любит гармониста. И от того, что кто-то продает гормон роста нормальный. Спасибо нашим дилерам. Так. Ну что? Где у нас там реакция подписчика? Ну что, так, все, вы отключили, да? Нет, еще. Подожди. Сразу это мы сидели уж прям. Сколько еще этих? Михаил, едете 12 марта в Кемерово. Письмо из этого. Да, едет. 11-го. 11-го едет. Как она там шла? Когда зима придет, я тебя найду лето. Это, кстати, прикольно. Давай эту песню «Черный ворон» исполним. А сейчас, да, иди сюда. Давай. Вот продолжение темы про клен, да? Мы пытаемся с Мишей Кокляевым сейчас исполнить песню «Черный ворон», но тоже в той же стилистике, что и... Так будто мы забыли все ноты, и мы знаем только ноты из клена. Из клена. Ч
Черный ворон, черный ворон, что ж ты вьешься надо мной? Ты добычи, ты добычи не дождешься. И ворон, ворон, ворон гонит твой. Ты добычи не дождешься, не дождешься. Что ж ты, ко, что ж ты, ко, распускаешь, дорогой, над моею головою распускаешь. Ты дабы, ты дабы, ты добычу не дождешь, не дождешься, ты добычи. С тобой стану говорить. Ну что, давай, ой, я не понял, мы как будто с тобой... Мы разную тобой... песню поете с одного листочка. Один сверху, один с другой снизу. Черный ворон, что ж ты вьешься надо мной? Надо мной. Не дождешься, черный ворон я, ворон я, ворон я, нет, ой. Ты добычи не дождешься, черный ворон. Не, я по-другому пел. А ну-ка ты. Завяжу, завяжу, зажвяжу смертельную ура. Подаренный мне, да мне плато, платочком. А потом достану я говорить с тобою, братка, об одном. Эй! Полети в мою сторонку, скажи маменьке моей, ты скажи моей любезной. Что за ро, что за ро, что за ро, за ро я пал, что за зима, то кровавый, прям кровавый, е-е-е-е-е. Не получилось спеть. Нет, ну почему? Некоторые аспекты были очень ничего себе даже. Ну, все равно исполнение такое хорошее, красивый дуэт. Дуэт называется 311 килограмм. Та-я-т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 а-
И так они таяли, пока тайка не сломалась. Тайка, тайка. Мама, смотри, мам. Переключилась. Вот так мы и проводим время. Почти уже не в Челябинске, где-то несколько... Коркино, поселок Роза. 50 километров от Челябинска, Коркино. Поселок Роза. Здесь Путин был. Здесь был Путин, смотрел тоже на эту огромный коркинский разрез. Вот сидел на этом стуле, на этой... Да, здесь Путин приезжал, он расселял поселок. Так что вот, всем спасибо. Всем огромный-огромный привет. Ну и мы выйдем уже завтра, 8 марта, поздравлять всех девушек, всех женщин, всех очень маленьких девушек, очень красивых девушек. Алексей Михайлович хотел бы подарить, кстати, он хотел подарить для женщин свой стишок. Вот завтра и подарю. Завтра и подарим, и завтра увидимся. Обязательно все вместе и поздравим всех девушек 8 марта. Так. Ой, а тут что у нас? А тут у нас, собственно, изготовление. Пожалуйста, обновление коротенькие. Французские. Ура. Ну вот сюда.